Сотрудничество Волгоградской области и Азербайджана получило новый импульс к развитию благодаря достигнутым договоренностям между губернатором Сергеем Баженовым и президентом республики Ильхамом Алиевым. Сельхозпроизводители нашего региона получили возможность на льготных условиях экспортировать пшеницу в Азербайджан. После встречи губернатора Волгоградской области Сергея Баженова с президентом Азербайджана у волгоградских предприятий, выпускающих трубы, нефтяное оборудование, строительные материалы, появилась надежда на увеличение экспортных поставок в республику. Речь шла о расширении сотрудничества между нашим регионом и Азербайджаном и в других сферах. Но ближе всех к этой цели оказались хлеборобы. Азербайджан рассматривает возможность закупки у Волгоградской области 1 миллиона тонн зерна. Договорившись об этом, земледельцы получат и еще один бонус. Результатом переговоров губернатора Сергея Баженова с правительственными кругами Азербайджана Кабинет министров республики принял решение об отмене на год с 24 сентября этого года 18% налога на добавленную стоимость на импортеров пшеницы. Тема взаимовыгодного сотрудничества превалировала во всех деловых разговорах и встречах, в которых принимали участие более 50 азербайджанских предпринимателей, занятых в различных сферах деятельности. Сразу после встречи первых лиц волгоградская делегация во главе с губернатором побывала на презентации фонда экспорта и инвестиций в Азербайджане, посетила технологический Сумгаитский парк, ряд крупных сельхозпредприятий, в том числе по глубокой переработке пшеницы, а также тепличные комплексы.